Я думаю, что в 21 веке на первый план выйдут три проблемы, с которыми нам предстоит очень большая и трудная битва. Одна из этих проблем – эвтаназия, вторая – гомосексуальность, а третья – генная инженерия, как та ее область, которая занимается репродуктивными технологиями, так и другая область генной инженерии, которая разрабатывает технологии для вмешательства в генетический код с той или иной целью. В этом случае ученые не пытаются помочь завести ребенка тем людям, которым другие способы не помогают, а пытаются изменить некоторые характеристики живого человека или пытаются вмешаться в генетический код развивающегося эмбриона для того, чтобы определенные отличительные характеристики или болезни, которые нам совершенно не нужны, ни в коем случае не присутствовали в растущем ребенке. Я не думаю, что этические проблемы в этой области исчезнут. Я предполагаю, что они все чаще будут появляться на передовой, по крайней мере, пока я жив и пока я несу служение. Я не удивлюсь, если то же самое будет происходить и со всеми вами. У тех, кто моложе, намного больше времени, если Господь усмотрит, чем осталось у меня. При этом, заметьте, я не говорю, что никакая другая проблема не может стать актуальной. Просто все чаще нам придется сталкиваться вот с этими тремя проблемами. Особенно потому, что многие виды подобной деятельности становятся далеко не экстраординарными или героическими. Они воспринимаются уже как обычные возможности, предоставляемые современным людям. А теперь мы переходим к рассмотрению этических проблем в применении к генной инженерии. И, как вам известно, этой теме посвящено две главы в нашем учебнике. Первоначально мы планировали написать только одну главу, но когда я начал собирать материал для написания главы, я понял, что, оказывается, так много разных аспектов можно рассматривать под общим заголовком «генная инженерия». То есть это не 2-3 вопроса. Получалось так, что объединенные под одним заголовком явления нельзя было расположить в одной категории. Они сочетались с остальными явлениями в той же категории. И я пришел к выводу, что можно провести вот такое основное разграничение. С одной стороны, это то, что действительно имеет отношение к репродуктивной технологии или является ей. А с другой стороны, это то, что занимается поиском информации о генетических данных человека, или то, что выделяет того или иного человека, потому что он является носителем какого-то гена или генов. А также сюда мы отнесли различные технологии, которые вмешиваются в генетический код человека по каким-либо причинам, из-за проблем со здоровьем, например, или из-за собственных предпочтений, из-за предпочтений к определенным характеристикам, которые люди хотели бы иметь. И вот теперь это стало возможным. При этом нужно только знать, какой ген отвечает за ту или другую характеристику. Вот таким образом можно разделить разные технологии. Кстати, когда я размышлял над этой темой и над тем, как лучше изложить материал, особенно если учитывать недостаток времени, я подумал, что, возможно, самым полезным и ценным из всего, что мы могли бы сделать, погрузившись таким образом с головой в этические проблемы, будет следующее. Мы рассмотрим перечень возражений, которые можно услышать против почти каждой из этих технологий. Это относится и к искусственному оплодотворению, к пробирочному оплодотворению, и к замороженным эмбрионам, и к клонированию, и к суррогатному материнству, и также к исследованиям рекомбинантной ДНК и так далее. Все это имеет отношение к репродуктивным технологиям, и большинство из этого относится к тому, что рассматривается во второй главе о вмешательстве в генетический код. Поэтому я думаю, что будет больше пользы, если мы изучим это. Вы можете сказать, но почему мы будем все это здесь рассматривать?
потому что я думаю, что дискуссии на эти темы вы будете часто слышать как среди христиан, так и среди неверующих людей. И я действительно считаю, что нам необходимо серьезно разобраться в них и спросить себя, можно ли считать эти аргументы против этих технологий достаточно убедительными? Я говорю не просто об аргументах в общем, а о нравственности этих возражений или аргументов, направленных против безнравственности той или иной деятельности в области генной инженерии. Если мы приходим к выводу, что те или иные аргументы неубедительны, тогда, если мы намерены выступать, к примеру, против оплодотворения в пробирке, так называемого инвитро оплодотворения, то мы должны найти более веские аргументы против этой технологии. Ну а с другой стороны, вы можете сказать, что некоторые из аргументов достаточно основательны. Таким образом, давайте я сейчас с вами рассмотрю эти технологии и выложу различные аргументы, которые обычно высказывают против различных технологий, применяемых в генной инженерии. Давайте мы разберем пару аргументов для начала, потом прервемся на перемену, после которой разберем все остальное. Итак, в процессе анализа аргументов подумайте также о том, какое значение это может иметь для пробирочного оплодотворения, то есть инвитро, для искусственного оплодотворения и для искусственного выбора пола ребенка, а также для исследований рекомбинантной ДНК, которые принимают участие в выведении новых сортов, например, сортов кукурузы, сельскохозяйственных растений, животных, а также потенциально могут быть использованы для биологического и химического оружия. Или потенциально возможно их использование в генной терапии для противодействия генетическим заболеваниям. Достаточно часто вы слышите возражение, что мы не можем допустить все это, потому что, в противном случае, мы пытаемся занять место Бога. Итак, что вы думаете об этом? Что если кто-то скажет: «Да, я согласен с вами, но даже вмешательство в чужую жизнь становится попыткой занять место Бога. Пожалуйста». Мне вообще не нравится это возражение. Я считаю его оскорбительным. Я думаю, что способность пересечь этические границы – это именно то, что делает нас людьми. Я думаю, что природа Бога такова, что мы не можем занять Его место. Мы не можем стать им, иначе мы лишаем его славы, предполагая, что суть проблемы в том, что мы пытаемся занять его место. Я бы возразил против этого. То есть вы хотите сказать, что вы не думаете, что люди, которые используют пробирочное оплодотворение, то есть инвитро, или суррогатных матерей, вы не думаете, что они присваивают себе права и привилегии, которые принадлежат исключительно Богу? Невозможно, что в какой-то степени это так. Но я не стал бы называть это желанием занять место Бога. Это возвеличивание человека до уровня, которого им не достигнуть. В этом и суть аргумента против такой деятельности, что люди, занимающиеся этим, возвышают себя до уровня Бога. Правильно. Я просто думаю, что использование такого выражения по отношению к людям говорит о завышенном самомнении. Хорошо. Я думаю, что вы правильно сформулировали вопрос. И в дальнейшем, когда вы услышите другие возражения, вы увидите связь между ними, что они очень близки. Но даже сейчас, когда мы говорим об этом, я думаю, что основная идея, скрывающаяся в словах человека, говорящего «мы не можем заниматься этим с точки зрения этики, потому что в противном случае мы пытаемся занять место Бога», заключается в том, что определенные виды деятельности, по мнению сторонников такой теории, вполне подходят для людей. Но есть и другие виды деятельности, которые не предназначены для нас. Они могут быть присущими только для Бога. И, на наш взгляд, подобные виды деятельности пересекают линию, разделяющую то, что может быть присуще людям, и то, что может быть свойственно только Богу. Никто изначально не говорит: «Вот почему я думаю, что здесь мы нарушили границы дозволенного». В какой-то степени предполагается, что все мы на уровне интуиции сможем увидеть каким-то образом, что границы дозволенного действительно нарушаются в том или ином случае. А что, если кто-то этого не видит?
Я хочу сказать, что даже те люди, которые одобряют абсолютно все виды репродуктивных технологий, могут увидеть нарушение границ дозволенного в других видах деятельности и сказать: «Я думаю, что НАСА пытается занять место Бога, предпринимая попытки завоевать космическое пространство. Разве Бог хотел, чтобы мы населяли другие планеты, чтобы мы жили на Луне и так далее? Если да, то Он бы нашел способ полегче». Ученые пытаются обнаружить то, что может знать только Бог. Они стараются расширить границы своего кругозора, выйдя за рамки Божьих ограничений. Мы можем услышать такое утверждение. Мы можем ответить на это так: «Не думаю, что они ставят себя на место Бога». Но возникает вопрос: как нам определить, какой деятельностью подобает заниматься людям, а чем может заниматься исключительно Бог? Что ж, я думаю, что, по крайней мере, один ответ мы можем точно найти в Писании. Если мы начнем поклоняться другим людям, то это будет неправильно, потому что поклоняться мы должны исключительно Богу. Также будет неправильно поклоняться идолам. Но, кроме этого, недопустимыми считаются такие виды деятельности, как убийство, ложь, воровство. Но это мы знаем, потому что нам было сказано не делать этого. Если вы придерживаетесь такой этической теории, какой и я придерживаюсь, то вы думаете, что эти повеления отражают Божий характер. А так как они отражают Его характер, то это не может означать, что нам нельзя всем этим заниматься, а Ему можно. Поэтому в подобном случае вопрос не в том, что люди переходят границу и пытаются делать то, что позволительно только Богу. Конечно, это очень трудно, но я хочу рассмотреть с вами еще один аспект, с помощью которого мы сможем увидеть, что это не такой уж неоспоримый аргумент. Складывается впечатление, что подобное возражение возникает, когда новое или ранее неиспользованная или малоизвестная технология появляется на горизонте. И когда это происходит, то очевидно, что это очень неординарное, совсем непривычное использование технологии или в области медицины. И это напоминает что-то сверхъестественное. Если вы говорите: «Знаете, вы не можете заниматься тем, что не считается традиционным», то на это можно возразить, что почти любое вмешательство в естественный порядок в определенный момент считалось неординарным. Например, совсем необыкновенным было сооружение такой структуры, как дамба на водоеме в природе. Но кто-то должен был сделать это. Было ли это попыткой занять место Бога? Может быть, людям просто следовало бы позволить природе развиваться в своем заданном направлении, и пусть все, что находится вдоль русла, реки, ниже дамбы, будет затоплено. В определенное время вы могли бы использовать такой аргумент в споре о том, что, давая кому-то таблетку аспирина или антибиотик, мы занимаем место Бога. Все эти действия нельзя назвать обычными для установленного порядка. И в свое время они были очень неординарными. Я думаю, слава Богу, основываясь на том, что мы можем узнать из отчетов, полиомиелит как заболевание перестал быть проблемой. Он был искоренен благодаря созданным лекарственным средствам. Но мне недостаточно лет, чтобы помнить время, когда не существовало вакцины, а потом вакцина появилась. Было бы уместным сказать, что тот, кто вводит ее в виде прививки детям или даже взрослым против полиомиелита, хотел бы занять место Бога. Потому что, если Бог хочет, Он может и так нас оградить от этой болезни. Вот как может звучать этот аргумент. Если Бог на самом деле хочет использовать полиомиелит для того, чтобы наказать кого-то или что-то объяснить человеку с помощью этой болезни, тогда мы не должны пытаться помешать Богу. Следовательно, попытка помешать Богу – попытка занять место Бога. В таком случае, мне кажется, что не останется ничего, что мы могли бы делать в медицине, чтобы помешать развитию некоторых негативных явлений. Я хочу спросить вас, если вы, в общем, поняли и согласились с тем, что здесь было сказано об этом, означает ли это, что в этом аргументе нет вообще ничего стоящего, на чем следовало бы сосредоточить наше внимание?
Считаете ли вы совершенно бессмысленным такой способ определения, что можно считать дозволенным, а что нет? Или вы все-таки находите хоть что-то в этом способе, по крайней мере, полезное? Пожалуйста. Я думаю, если бы вы могли сделать то, о чем вы упомянули ранее, если бы определили границы, разделяющие деятельность, которой могут заниматься люди, и деятельность Бога, тогда богословским основанием может быть то, что мы в основном знаем о Боге. Ну, например, если пойти в таком направлении. Бог говорит: «У меня отмщение, я воздам». Тогда тот, кто мстит, пытается взять на себя роль Бога. Это будет неподобающим поведением для человека. Да, я думаю, что вы правы. Тогда бы мы смогли составить перечень из нескольких пунктов. Но, к сожалению, я не думаю, что в этом списке окажется какой-либо из видов репродуктивных технологий. Поэтому, как прежде, мы останемся без ответа. Поэтому я хочу немного по-другому подойти к этому вопросу. Дело не только в том, что люди, поднимающие эти возражения, думают, что те, кто занимаются генной инженерией, занимаются тем, чем может заниматься только Бог. Они скорее возражают против того отношения, с которым человек совершает это действие. Часто такие ученые не делают это, подразумевая, что вот я не уверен, что мне следует заниматься этим, и я знаю, что в конце концов результат в руках Божьих, и я подчинюсь тому, что желает Бог, и от него зависит, будет ли успешным использование искусственного или пробирочного оплодотворения или нет. Вовсе нет. Наоборот, такие люди чаще всего говорят: «Эй, мы сделали открытие, мы можем регулировать время рождения детей, мы можем выбрать даже пол ребенка». И готовые на это пациенты говорят: «Мы можем осуществить это, даже если супруга не захочет 9 месяцев быть беременной, потому что мы можем найти и нанять женщину, готовую пойти на это. И нам не нужно ни в чем полагаться на Бога, что касается создания нашей семьи». Другими словами, идея о том, что кто-то занимает место Бога, как мне кажется, по крайней мере, имеет отношение к мысли о высокомерии. Когда люди думают, что они могут сделать все, что захотят. Они достаточно образованы, они держат все в своих руках. Поэтому я думаю, что каждый из нас, по крайней мере, я надеюсь, что каждый из нас может сказать, что подобное высокомерное отношение при применении метода искусственного оплодотворения или пробирочного оплодотворения будет неуместным. Это не означает, что искусственное оплодотворение будет неправильным с позиции морали. Но это означает, что если вы использовали этот метод с таким отношением, то вывели себя неподобающим образом. И при этом неподобающим было именно ваше отношение. Итак, можно найти что-то, что можно назвать злом в таких действиях. Но основная идея в том, что люди делают то, что позволительно делать только Богу, может быть применима нами почти ко всему, что было открыто и привнесено в нашу жизнь на протяжении столетий, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной. Например, кто-то может сказать, что использование электрических посудомоечных машин – это результат желания стать Богом. Если бы Бог хотел, чтобы люди были свободны от обязанности мыть посуду, Он придумал бы что-нибудь попроще. Это похоже на глупость. Но мы говорим, что внедрение определенных вещей в нашей жизни никто не посчитает желанием стать Богом. Но есть другие моменты, когда это действительно так. Если вы захотите поспорить с этим, то вам необходимо найти критерий или несколько критериев для определения того, какие виды технологий будут располагаться с одной стороны в сфере того, что нам позволительно делать или чем позволительно заниматься, а какие будут располагаться с другой стороны, в той сфере, чем может заниматься исключительно Бог. И я думаю, что это будет очень трудно сделать. Пройдет какое-то время, и какая-то из технологий окажется с другой стороны, потому что ее частое использование станет само собой разумеющимся. А если такое произойдет, то на самом деле нам следует подумать, правильными ли изначально были наши мысли о том, что люди хотели занять место Бога.
Я думаю, то же самое возражение «он играет роль Бога» можно применить к нейрохирургу или тому, кто делает несколько швов, или что-нибудь еще. Действительно, это может быть хорошим аргументом, но не может конкретно помочь при изучении геноинженерии, потому что такой аргумент можно применить почти ко всему. Ну, например, к людям, которые строят небоскребы. Поэтому я не думаю, что от него будет большая польза. Именно это я и хотел донести до вас, когда говорил о любом вмешательстве в мироздание. Следовательно, я думаю, что мы могли бы сказать, что каждый, кто использует искусственное оплодотворение или пробирочное оплодотворение и так далее, с таким отношением поступает безнравственно. И это не потому, что он использует эту технологию, а потому что у него или у них такое вот неправильное отношение. И, как сказал Джон, мы можем сказать о любом нейрохирурге, который делает операцию с таким отношением, что он тоже поступает безнравственно. И не потому, что операция по спасению жизни человека безнравственна, а потому, что его «я» при этом говорит: «Я все это знаю, я сам со всем этим справлюсь, Бог не поможет». Это будет неправильно. Но, к сожалению, люди не всегда видят различия между отношением и действием. Они предполагают, что если отношение будет неправильным, тогда и действие, которое совершено с таким отношением, будет также неправильным. Вовсе не обязательно, что так оно и есть. Хорошо. Теперь речь пойдет не о попытке занять место Бога, но о том, что очень близко к этому. Отчасти мы начинаем думать, что пробирочное оплодотворение инвитро или клонирование и так далее – это желание занять место Бога, потому что это кажется таким неестественным. Сразу же возникает вопрос, что мы подразумеваем под словом «неестественный»? Имеем ли мы в виду то, что это происходит очень редко? Или мы хотим сказать, что это не продукт развития природы, так что это не появилось бы без вмешательства человека? Что мы подразумеваем под словом «неестественный»? Если мы хотим сказать, что это то, что происходит нечасто, будьте осторожны с этим, потому что вы можете оказаться в трудном положении. Как в таком случае вы объясните нравственный аспект воскрешения Иисуса Христа из мертвых? Ведь это же происходит нечасто с людьми. Конечно, придет время, и все воскреснут, но мы еще не дожили до этого. Поэтому только из-за того, что какое-то явление не происходит часто, это еще не значит, что оно безнравственно. Если оно действительно безнравственно, то мы будем считать его безнравственным по другим причинам, а не потому, что оно редко происходит. Мне кажется, что многие люди думают, что неестественное – это нечто совершенно чуждое привычному для нас развитию естественного мира, или, по крайней мере, восприятие людей, допускающих незначительный технологический подход, это воспринимается, ну, совсем не так, как происходит все в природе, там, где нет вмешательства со стороны человека. Поэтому посудомоечные машины для таких людей уже не будут неестественными, потому что мытье посуды – это одна из ставших привычной форм вмешательства человека. Вы знаете, что в свое время это было весьма необычно. Но, с другой стороны, это не то, что на самом деле противоречит тому, как все должно функционировать в нашем восприятии мироздания. Но когда речь идет о пробирочном оплодотворении, подумайте об этом с позиции теории естественного закона. Что сказали бы сторонники этой теории о пробирочном оплодотворении? Вспомните аргументы против регулирования рождаемости. Их можно применить и в этом случае. Определенные явления в естественном порядке имеют свою цель и функцию. И если вы предпринимаете что-то, чтобы помешать этому, то это безнравственно с точки зрения этой теории. И я думаю, что кто-то мог бы доказать безнравственность использования семени мужа для искусственного оплодотворения на таком основании. Особенно, если вы знаете о том, как собирается сперма. И вы знаете, что говорит этическая теория естественного закона о сексуальных отношениях и их предназначении, а также о намерениях тех, кто вступает в эти отношения. Значит, это будет неестественным. Это может быть одной из причин, почему мы думаем, что люди, занимающиеся пробирочным оплодотворением, делают то, на что есть право только у Бога.
И если Бог хочет совершить что-то необычное, неестественное, то, конечно, мы согласны, ведь у Него есть сила и власть для этого. Если под неестественным мы понимаем то, что происходит редко, и это не соответствует нашему представлению о привычном развитии природы, и тогда что же получится? О, ужас! Одно и то же явление в одном обществе будет безнравственным, а в другом оно будет вполне приемлемым. И это относится не только к таким людям, как амиши, но и к людям, живущим в других частях мира, в тех частях, где люди мало развивались. Вы знаете, например, что такие обычные вещи, как свежая питьевая вода, элементарные санитарные условия, это может отсутствовать там. Я думаю, что кто-то может сказать, что посудомоечная машина не попадает под это возражение. Но они не будут также позитивно настроены по отношению и к пробирочному оплодотворению. Видите ли, я думаю, что отчасти здесь присутствует идея, что что-то неестественное может оказаться попыткой изменить природу там, где природа не нуждается в улучшении. Что плохого в естественном способе зачатия детей? Ничего. Но для некоторых людей это не подходит, и на это у них есть определенные причины. Помните, если вы хотите добавить этот аспект в обсуждение, и, наверное, следовало бы сделать так, хотя это не генная инженерия, не репродуктивные технологии, но все же я упомяну это. Не забывайте, что существуют таблетки от бесплодия, которые принимают те, кто не может забеременеть естественным образом. И в результате у них рождается двойня или тройня и так далее. Это не относится к репродуктивной технологии, но это также неестественно. Не думаю, что где-то в природе вы найдете таблетку от бесплодия в таком виде. Также я не знаю, что какая-то пища, существующая в природе, могла бы заменить таблетку от бесплодия. Нужно было бы просто побольше употреблять ее в пищу, и все. Но нет, это тоже неестественно. Проблема возникает из-за того, что, несмотря на то, что в подобном возражении есть доля правды, у нас складывается впечатление, что если это действительно так, если вопрос стоит так, естественно или неестественно, то такой подход может привести к далеко идущим выводам, намного более широким, чем мы способны спокойно воспринять, как, например, в вопросе с алкоголем и так далее. Давайте разберем еще одно возражение и пойдем на перемену. С этим возражением вы легко справитесь. Некоторые люди считают, что способ определения того, что нравственное благодеяние, а что безнравственное зло, заключается в следующем. Любое привычное применение медицины и технологии – это хорошо. Это нравственно приемлемо. Все, что сверхъестественно, обычно подразумевает то, что не является типичной процедурой. Иногда используется термин «подвиг» в медицине. Это то, что выходит за рамки или превосходит любые ожидания. Ну что ж, хорошо. А что вы можете сказать о такой ситуации? В свое время респиратор или ингалятор разве не были сверхъестественными? Разве когда-то пересадка почек не была необычным явлением? Проблема в том, что медицина и наука развиваются так быстро, что то, что было сверхъестественным или героическим в каком-то году, иногда уже через 6 месяцев становится обычным делом. И это относится не только к медицине, это относится к различным видам технологий. Подумайте о том, как часто нужно усовершенствовать ваши компьютеры. Хотя естественно, что никто не задается вопросом о нравственности или безнравственности компьютеров. Но я обращаюсь к этому только для того, чтобы сказать, что во многих сферах жизни то, что в одно время считалось неординарным или сверхъестественным, становится частью повседневной жизни со временем.
Например, хирургическая операция по шунтированию сердца. Очень серьезная, серьезная операция. Но она уже давно проводится не в виде эксперимента, как будто бы мы еще не знаем наилучшую методику проведения операции, как если бы она была последней из всех вариантов, к которому мы редко прибегаем. Вовсе нет. Она проводится уже в обычном режиме. Эту операцию выполняют достаточно часто. И если вы нон-консеквенциалист, вы можете сказать, что следующий принцип может сделать то или другое действие нравственным или безнравственным. Вот смотрите, если кто-то скажет, это безнравственно, потому что это сверхъестественно. Что произойдет, если этот подход применить? Итак, моралисты будут настаивать, что вот такое действие в генной инженерии сверхъестественно. Но я думаю, что моралисты предполагают, что из-за этой сверхъестественности ничего у этих экспериментаторов не получится. И тогда все увидят, что было бы благоразумнее не предпринимать этих попыток. Так получится? Вовсе нет. Если вы определяете нравственность, основываясь не на результатах, а на принципах, даже если все у экспериментаторов получится, это еще не говорит о мере нравственности этого эксперимента. А если положительные результаты будут повторно подтверждены, это еще не означает, что действие становится более нравственным. Я хочу подчеркнуть, что нравственность действия, если вы нон-консеквенциалист, не определяется по принципу «есть результаты или нет». При определении нравственности нужно найти принципы, которые затрагиваются этим действием. А затем следует задать вопрос, есть ли моральное предписание, в котором говорится «не используйте нетрадиционную медицину». Лично я о таком не знаю. Поэтому возникает вопрос, даже если на самом деле какая-то конкретная процедура, неординарное нововведение или даже подвиг в медицине, нам нужно разобраться в ней, прежде чем она станет обычным явлением. Неужели простой факт, что эта процедура неординарная или необычная, уже делает ее безнравственной? Если это так, то нужно конкретно сформулировать нравственный принцип, который нарушают сверхъестественные или героические действия врачей-экспериментаторов. Я не знаю точно, что это может быть.